кто-нибудь? Санни Старскаут. Аполлин! А ты смелая, раз явилась сюда без своих друзей, Санни. А-а-а, каково быть без магии, Санни? Нет! Магия принадлежит мне! Приснилось что-то? Да так, все хорошо, Мисти. Где остальные? Они наверху. И кажется, что-то не так с... Санни! Что-то не так с кристаллами единства. Тебе стоит взглянуть. Пошли. Зип, подожди. Извини, что отмахнулась от тебя вчера вечером. Я сожалею. О, да не бери в голову, Санни. У меня была каша в голове. Что ж, раз мы отдохнули, теперь можем продумать дальнейшие ходы. Начнем с кристаллов. Верно, Мисти? Верно. У меня есть парочка идей на случай разных ЧП. Эй, Изи, когда ты говоришь, это началось? Началось вчера. Мисти разбудила меня, сказала, что что-то услышала. Интересно, что это значит? Еще одно сообщение? Да, такое возможно. Проверим это, как проснется Саня. Пока ждем, налетайте на маффины. Силы нам еще пригодятся. Спасибо, Из. Спасибо, Изи. Доброе утро, народ. Доброе, Саня. Доброе, Соня за Соня. Какова ситуация с кристаллами единства? Ну, они... Так, стоп. Прекратилось. Что прекратилось? Глянь! Твоя кьюти-марка! Она сияет! Твайлайт Спаркл? Я была права, еще одно сообщение. Не совсем. Стоп, ты нас слышишь? И даже видишь? Да, но вы, я не Твайлайт Спаркл. Тогда кто же ты? Меня породило Древо Гармонии. Ты, получается, дух гармонии? Что-то вроде того, да. Только сейчас получилось связаться с вами. Я активировал руническую печать, чтобы предотвратить зло. Получается, если ты появился, значит, Аполлин... На свободе, верно. Однако, обладая элементами единства, креативность... Доброта, уверенность, смелость, надежда и эмпатия. У вас есть шанс победить.
Я и не знала, что ты одна из элементов единства, Мисти. Уверена, это ошибка. Я не могу быть элементом. У меня и метки-то нет. Я чувствую сильную привязанность в тебе, Мисти. Не переживай. Но в прошлый раз, когда мы использовали элементы, их сила была поглощена ожерельем. И что самое подлое, Аполлин использовала Мисти как щит. Ожерелье. Оно выглядит так? Да, это оно. Что ты знаешь об этом ожерелье? Его называют амулет Петры. Амулет может быть магическим проводником, а может, как вы поняли из названия, превращать в камень. Как тех злодеев из прошлого, которых сделали статуями? Будьте бдительны. Этот амулет можно использовать даже в отсутствии магии, пока он имеет заряд. Похоже, амулет активировали. Аполлин близко. Я сделаю все, чтобы... Нет. Если она в Мейертаймбэй... Хич! Жители города! Занимаюсь, Санни. Оповещение об угрозе? Пожалуйста, оставайтесь в своих домах до следующих распоряжений. Это не учение. Воу, Саня? Это еще кто? И почему она фиолетовая? Понял, принял. Я с Вальвой. Итак, Санни, время раздать элементы. Точно. Вау. Без шуток, Аполлин. Лучше остерегайся. Что? Это виноградная лоза из сада? Что происходит? Изи, отойди оттуда! Изи! Санни! Спасибо, Санни. Все живы целы? О, блин. Мисти, живо ко мне. И, возможно, ты вернешь мою благосклонность к тебе. Нет. Что ты сказала? То, что ты делаешь, это неправильно, Аполлин. Мои друзья наконец открыли мне глаза. Я воспитывала тебя, когда ты была еще жеребенком, не они. Зато мы не предадим ее, как некоторые. Молчать! Сначала ты забрала у меня магию, а теперь и Мисти хочешь забрать. Прекрати, Аполлин! Игры кончились. Зип, нам нужно перейти к плану Б. Задачу поняла, Санни. Приступаем к плану Б. Готова, Пип? Ускорься, Пип. Давай, не отставай. Зип, там...
нам нужно поторопиться! Давай, Зип, у нас нет времени! Прости за это, Твайлайт. Что? Изи, ты в порядке? Да, думаю, да. А что случилось? Думаете, что сможете одолеть меня? Вы очень ошибаетесь. О, нет! Сани! А? Сани! Вместе? Вместе, глупая кобылка. Теперь тратить время на перезарядку. Святые блестки. Зип, план Си, план Си, план Си! А? Пип! Верь мне! Санни! План Си! Объединение! Не знаешь, когда остановиться? Да, Санни? Я не закончу, как Твайлайт. Мы справились. Мы... Мисти... Мы бы не справились без тебя. Что это? Видимо, слетело, когда каменело. Такое красивое. Что? Что? Что происходит? Опалин побеждена? Рада, что ты вернулась, Мисти. Мисти, ты в порядке? Переведено и озвучено командой Z Doctor Team в 2024 году.